Блин, пошел пулять уже, пойдемте, трэш. Че же, фулл рейдж там? Жить. Сейчас зайду. У кого-то есть мамонт? ДСР, Влад, у тебя есть мамонт? У кого есть, поставьте, пожалуйста. Пашка Филипец, дай мамонт, у тебя есть, я знаю. Хорош, стой, блин. Спасибо. Кому МК подогнать? Афлику. Лок? Ну давай, если никто не попросит, мне кидай, да и все. Если кто не получше попросит, да какие-нибудь там шипы кому или все.
Кто это? На Ола вроде. Дайте фулл баф. Сейчас шкафну. Тыкайте.
Берг приехал. Престол. Блин, престан. Я охуел. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Вставайте, летите сами пока. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из них. Мы даже не успели понять, что происходит. Ставунчи. Мои братья гибли один за другим. Они спрятались здесь и запечатали вход. Нас убивали с расчетной жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Зарик. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Отошел, мужик. Алекс Страза выбрала достойных союзника. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел! Чего, Слава, не выспался после вчерашнего приезда? Ой, да, сегодняшний.
Искра! Вы опоздали! Рубиновое святилище пало! А чё, с гильдии кто? Они не ролят, да, на своих с гильдии? Свету какой шаман остается? Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. А, этот. Помню. Не, у уроги мало ГС. Минус один. Блядь, это что такое, агро сорвал, что ли? Перебегать.
Пиздец. У нас литу минус 2 трупа. Да, я просто рвал. Каплок и Хмели-Сунели. Нормально так. Ресните, пожалуйста. Да бля, неужели чешка нахуй? О, красава вообще, заебись, спасибо. А че, не жирно для шмотки? Так-то... Как тебе повезет, как же сролишь? Блядь, мне везет раз в пятилетку нах. Сейчас зайду. Тебе прикол с меткой это рассказать, нет, пацаны? Она на меня перед выходом бросилась. Я же смотрю, наверное, что у меня ее не было. У меня и хилбот включен, у меня все включено. Я хожу шаманом, хилю этот рейд. У меня все показывается, а здесь не было ничего.
Не-не-не, ща. Ой, еще двое, блин. Ровненько 18. Нет, сколько там? 20. Че, погнали еще одну? Я хули палом, похилю. Ну, дай на второго ШП. Блин, шмана, блин. Чё там сейчас, ЦЛК будет? Резко ещё одна. Ладно, пойду на шамана ставлю. Кидай мне в пятую сразу. Что привело тебя сюда? Бери там кого, значит, что на ШП прыгнет. А чё там, нокдаун, заходи на кого-то, или на ком-то уже. БДК бы желательно, конечно. Что ты говоришь? Да, нокдауна. Ты себе часть сделал, тормоз.
Розетка, ты чё, нокдаун? Не, в целом, если надо, смотрю, уже 4 хила есть, как бы. Не, сиди. Сдохнут танки. Кто такой воинственный? Ни о чем не говорит. А что, Фирин такой крутой, что ли, или что блять? Я затанчил амбах мишкой нахуй. Так что он уже не крутой. Что там много слотов еще? Я сейчас просто локу чарю плащом, пояс. Чарь, чарь. 25 энш, чтобы порваться. Да, блядь. То ли онлайн сервера такой говенный, блядь. Собираешь в пятницу, считай, в три по Москве, у Украины вообще два, там еще больше половины работает. Ну это хуёво, конечно. Надо уходить с работы, блядь, ради рейда, нахуй. Ну он там вроде собирает, так он от 5,7 собирает. Люблю людей, блядь. Welcome to hell. Ну, 22 тела. А чё, с гильдии больше никто не плюсует, что? Ну чё там, ну?
СР. Давай плюсуй. Санзил это кто? А вон Рогой зашел. Бля, 23 человека, блядь. Когда паладин по нулям, блядь, там и один КГС устраивает, блядь. Чтоб хоть каски давал какие-то. Я локом 3 КГС ходил, и похуй. Да, Слай? Я тоже ходил, блядь. 0 КГС Рогой зашел в РС-ку, чешку сролил на. Сотку кинул, блядь, там все отъели. Заебись. Локом я тоже что-то 5.8 ходил в этот Геру уже. Лока не было, блин. Так я тоже помню, что там, когда локом пришлось заходить, потому что лока демона не было. Mm-hmm. Так бы я не пошел бы в таком шмоде. У Чаран есть хил? Не знаю, может и есть. Я не умею хилить. Что там уметь? Цепное исцеление ставишь на единичку и нажимаешь его, и все, блядь. Я могу один похилить свет. Ну пока плюс они, Влад. И так не хватает народу. Плюс не пока Рога, иди на БГ. А что там, Вола сейчас идет? А, он вышел с аркады. Сейчас я зашел. Грузится этот ебаный экран. Стереотип, что у тебя не стоит активность гильдишная? Не, ну вы красавцы, конечно, заявку подаете, фар. Из гид. Какой вар, блин, из гид? Вообще непонятно. О, у нас Турика, блин. Нет. Ну давайте на выход, пошли суммоним всех. Думал, со слятин может зайти, да и все. Пишу волчат, говорю, блядь. Любой ГС, нахуй, давайте, это вперед. Сейчас релогнусь. Стали писать, блядь, типы. Вернее это. Ну пусть Дессер зайдет лука. Может скаут бум зайдет. Я могу. Значит, кто ФК будет? Вы сразу покинете рейд, имейте в виду. А че, блять, 5 ДК, а че у них танка нету? Не, нет, никакая. Там... Не умеют танки. Значит, чек на ФК. Вон пусть заходит, Паша. Я сейчас зайду, варе, прилогайте. Ну я, учитель, Паша, блядь, хилит. На трэш только. Сиди нахуй на хиле, блядь. Хилы там такие, я в них не уверен. Вон чарама в хила и все. Он хилить не умеет. Сиди на танке уже спокойно. Будем тащить мишка мудака. Так, короче, блядь, кто не в инсте? Я. Вон жесты, смотрите. Виталия Куна, пожалуйста. Смотрим быстрее все.
Розетта, Варгримар. Хули вы там в Варгримаре делаете, блядь, небо смотрите? Так, сумманные сообщители. Так, полетели вы, по-моему, все сумманные, хуй знает. Пошли три. Не, Виталий Конов, пожалуйста, звоните. Я долго летел. Там уже стоят, блядь, те сумманные. Бафните тебе пристестамину. Каску на ДК. Чего этого петуха каска не срывается? А что это мутата не сбивает? Эту вторую пачку орите постоянно. Славик, дай ассиста на крауда, я этот Лока возьму. Теперь заходи. Слякин, заходи. На крауду присани. Я пока не могу использовать эту Что за хуйня? Там можно авокадо?
на Халимонию покажете. Да, запросто, что там под дыхание выйдет? А этого не говорили. Кому истерию? Не-не-не. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Там слева пачка осталась. Давай сейчас приведу пока тех туда, сюда. Они к Болтару в гости пошли. Сука, догоняет черти. Захил, захил, захил. Ромбик заливайте в первую очередь. Славик, ты бафы распределил? Паладин, давай каски все. ДК каску. Маги столик поставьте, приз. Начинайте, пока ману восстанавливать. Ну, лапы даже нет. Хозяина!
ты без раги бей этим ударом? Тебе же вас сам объяснял. Там есть удар, который раги не требует. Хоть там 5 брони вешает, что ли, что-то типа. На танке метка. Дебафи обновляешь. Целый ничего не делаешь. Кто я? Цирк приехал. Страдание. И сейчас я могу использовать эту способность. Ебать, упал нах. В мире хватает героев. Болтар не оставляй. В мире хватает болтар не оставляй. Чё ты мне из рка выкинул? ДК, ты что-то слишком далеко ушел. Не слышал, а говорю, у меня вылезло из рука, я никого не слышал. Уже до Эрика доебался. Ну да, за полсекунды слег. Ты шо шутишь? Тебя никто бы не выхилил. Тебя сначала один моб с вихрем унес, а потом представь два, как тебя унесли. Две пыльки так подряд прилетело, вообще шикарно.
штормает. Че, рыба есть? Блин, все равно забываю, что можно рыбу перекинуть. Пристабав. Фулбал, давайте. Да, Кузьма, подбавьте меня. Давай, если что, я последнюю попробую подержать. Цирк приехал. Да-да-да. Тару клинков. Че быка упали, блин. Двое сильнее страдания. Сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Прост. Не берет тебя такой чувство. В мире хватает героев. И... Спасибо. Пиздец. Я вообще в конце пресекло так офигенно. Даже быстрена не помогла. Дайте слона. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но боюсь, тут замешан... Айскрим давай подержу с одной стороны. В самом начале я ощутила присутствие их... Спикнусь только. Сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно: их нужно остановить. Шустрее закупайтесь, фану резко наваришь. Серега, фейкаст, ты где? На ханте. Где, говоришь, не слева? Попрыгай, попрыгай, я кину эту. Где это? Дайте фулбаф, лапу, бля, прожмите хоть что-нибудь. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги! Обратите их в пепел!
У вас ДК повел полтора через центр. Через центр. Махилам и РДД. Просто. Ну чё вы? Они должны сориентироваться, убежать. Отбежать не можешь ты. Хилы сориентировались и сбежали. Но это да. Немножко... Что, хилам на месте стоять? Танки-то уходят постоянно. Вот это профитно. Я... Понимаешь, я попробовала бежать за ДК за спиной, но он начал его крутить. Мне кажется, здесь нет варианта. Но он разворачивает его, все нормально. Я боюсь. Короче, оскорбление. Че, ДК, немножко напугал тебя? Отстаешь, где луна, и достаешь всех хета танк. Где бы то есть, блин, ДК через центр это нормально, а вот пулять Халёна обязательно с той стороны, да, да, вот надо перебежать. Сейчас он его уведет куда-нибудь. Справа. Долоран. Нападают сзади, понимаешь, в чем суть? Неожиданность. Он охренел, обосрался и стал. Почему? Попать. Скажи еще раз, пожалуйста, какая идея? Спасибо. Лишь страдания. Входите, если посмеете. Слава, резни, наверное. Все, до свидания, слышишь. Хан как, подлезли или что ли? Нет, он не в рейде стоял, он вообще на другой стороне. А ёпт. Даже тело уже готовься. Покинуть. Используйте
Ты не хочешь мордой в портал повернуть? На диспелл, видать, не ждать. Да я запутался в кнопку. Чего распутался, блядь, кнопка миссии. Где здесь спугнул миссии? Может, свет бить не будет? Ты видел, что я просто кинжалом маслал, серьезно? Я тупо ближним боем кинжалом маслал, там нет такого урона. Райтинг твой как скосило. А восьми двое на лезвие погибли. Зашел я прям. Я зашел прямо на лезвие. Хорошо, что Палам не пошел. ЗП захожу. Ну и что это такое? За Паладину зайду. Воинство, но второй раз типа не накинь на вара только. А если двойное? Ну двойное можно. Да, у меня двойное. Это целка? А чё то, бля? А не сейчас зайдёт. Я плюсанул в гильдии. Плюсанул. АТК айскрима. Че, скорее, у тебя последний шанс ИП получится этот рейд. Вступаешь? Вы в блокнотик запишите мне. За 500 ЕП убил бы? Слушайте, вы какие-то кровожадные. Да кинь приглотал спыль домой.
Я плохо хилю. Научишься. Я с вами научусь выживать, а не хилить. Вот.